На пересечении Ставропольской и Димитрова водитель отечественного хэтчбека, проскакивая под меняющийся сигнал светофора, едва не сбил двух пешеходов. Женщине от машины увернуться все же не удалось. Скорую решили не вызывать, виновник инцидента сам доставил пострадавшую в больницу. Улица Ставропольская в этот день еще раз попала в оперативные сводки. На пересечении с Шевченко водитель отечественного седана хотел по-честному уступить дорогу трамваю, но место для остановки выбрал неудачно. Электротранспорт буквально снес легковушку.